Латинская Америка. Дивная земля с богатой культурой ее народов и их тайнами. После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и ее напарником Ионой продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира. Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки, и путь наш лежит уже в Мексику, на полуостров Юкатан. В колыбели майямской культуры, пытаясь остановить троицу, леди Крофт словно Пандора спровоцировал начало Армагеддона, стирающего все на своем пути. Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку, опередить всех врагов, найти затерянный город Пайтити, заполучив там заветный ларец Кульгулькана и предотвратить гребаный конец света. Присоединяйтесь к нам! Вперед навстречу приключениям! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш расхититель гробниц Альберт Вескер, а также мисс Крофт. Так, шляпку сюда положу. Когда у тебя есть несколько шляп? Это так удобно, вы не представляете. Ну а сегодня мы с вами продолжаем прохождение Ларочки. Перуанские джунгли. Мы в прошлый раз где-то приземлились по... С течением неудачных погодных обстоятельств. И надо еще Иону искать. Ему повезло, у него крылья хотя бы остались. А мы тут как мистер Маслоу приземлили. А, нет, подождите, он у нас вроде бы приземлился бы в той части, где крылья остались. Черт поймешь. Надо вспоминать прохождение Лос Виадомус. Но наша сейчас задача найти кров, найти уют, найти лагерь и начать прокачивать свои навыки. А, и да, записываю, опять же, подряд, но вот этот сейчас эпизод идет на следующий день, после того, как были записаны предыдущие эпизоды. Решил записать сразу несколько штук подряд. Но это не значит, что я не читаю ваши комментарии, я их читаю. Ребята, я на них отвечаю, так что жду, буду рад прокомментировать с вами эту игру. И если меня вдруг, мало ли, кто будет ругать за прохождение, ребят, я прохожу все игры, которые мне нравятся, которые могут нравиться вам. Если есть желание помочь с качеством, добро пожаловать к нам на стримы. Там донейшн есть. Потому что, как говорится, развивать канал можем только одним способом, всем миром. С миру по нитке, всем потихонечку. Ну ладно, это так. Я пытаюсь забить пространство, пока идет прогрузка. Ну, сами понимаете. Не обрезать же это до полпути. Никогда не знаешь, когда эта штука обновится. Стоит покритиковать карту, тогда попожаловать. О, меня тут ждут. Да, дамочка, мы вас ждем. Это павиан? Вот там сейчас по дереву. Если ты не видел, перемотай. И прям павиан тут пролез. Интересно, можно на них охотиться? Надо будет попробовать. Ладно, идемте. Так, у нас есть какие-нибудь луки, древки, стрелы? У меня нет ни черта. Великолепно. Есть что на сбор, нет? Ладно, идемте туда. Надеюсь, что тут нету саблезубых кошек. По крайней мере, на данный момент времени. Мигель! Это не Мигель, это обезьяна. О, наконец-то, у тебя рука потом пригодится. Правильно, Лара, всегда бери, никогда не знаешь, где что пригодится. О, древко. Тоже возьми. Да успокойся, обезьяна. Чёртова обезьяна. Так, древесина требуется для изготовления бесшумных стрел и улучшенного оружия лагеря. Подробно ясно. Ой, какие густые заросли.
Такие зараз я видел только один раз в реальном мире. Это у себя на даче. И то, скорее, на отцовской даче, пока ее не прихвачу с собой. Украли. Да. Иона! Вот это уже правильно. Кто-нибудь меня слышит? Да кто им да слышит? Эй! Мирабилис. Кто-нибудь! Стебли, лепестки желтого цветка используются для снадобья концентрации. Давай, ломай. Будем таскать все подряд. О, птиц тут полно. Но у меня нету ни лука, ни черта. Я могу только лечиться. Давай, давай, лечиться. Где они? Да где? Надо их найти. Да где-нибудь здесь, Лара. Надо искать. Ага, то есть тут проходов каждый раз несколько. Беги, ищи, изучай. Ну-ка, давайте посмотрим по карте, мне интересно, тут есть хоть что-то? Ну, вроде зона... Слушайте, а же зона-то на удивление обширная. Давайте-ка изучим. Ну-ка. Зона, на удивление, обширная, я ее хочу изучить, если получится. Чувствую себя как Эллиот Масл в Лост Виадомусе. Вот реально, вот прям вот такое ощущение сейчас есть. Вот даже локация очень похожа. Хотя, в принципе, это логично, потому что тот был тропический остров, как ни крути. А здесь джунгли. Полный кошек, змей, возможно, олигофрены. Ой, все понемножечку. И бедная Ларочка тут бегает, ходит, юзает, рыщет. Вот чего только не происходит в этой жизни. Итак. Где они? Да где-где? Надо их найти. Они везде, Лара. Они везде. Главное наслаждаться видом, наслаждаться красотою, наслаждаться хорошей графикой. Я понизил сейчас графику, и мне понравилось. Ладно, признаюсь по секрету, я ее понизил, но я еще перед этим сделал запись. Но я забыл включить микрофон. Не переживайте, недалеко ушел, заметил это быстро. Но тут реально очень много чего интересного, сейчас все посмотрим. Пойдемте. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. А если это другая гора? О. Там кто-то есть. Иона. Нужно идти туда. Идем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла Ларочка гулять. Ничего нигде не валяется. На всякий случай, это мало ли. О, попугай летает. Никак не привыкну к такой штуке. Так, давай. Используйте перья для изготовления стрел и восстановления костюмов! Ой, ненавижу это. О. Привет, обезьяне. Это, кстати, если что, спальное дерево, я так понимаю. Обезьяны. Ну да. А ты чего хотела? Тут ничего не валяется? Нет? Такой красивый вид. Кстати, вот здесь, если так приглядеться, там, мне кажется, деревушка какая-то есть вдалеке. Ну, или это куски дерева, которые сложились прям как красивые крыши домов. Перечки наши. Так, спокойно. Огонь. Кто-то должен быть рядом. Эй! Иона! Мигель! Вы слышите? Слышим, слышим. Где вы? Здесь. А ты где? Так, давайте-ка осмотримся по карте, где мы находимся сейчас. Ну, тут закрытый кусок вроде территории. Давайте я сюда спущусь немножко.
О, тут кролик бегает. О, здрасте. На платке монограмма ПХВ. Должно быть, это Персиваль Харрисон Фоссет. Они нашли... Она нашла платок Фоссета? Гениально. Как он только про... здесь посуществовал? Эту штуку я еще не находил здесь. Понизил качество графики, чтобы ничего не лагало. Немножко вот даже у меня подлагивает. Хотя поначалу такого не было. Давай, забирай-ка все это дело. Так, тут что у нас? Это бортовой журнал нашего самолета. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих трех дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура — около 30 градусов, возможен легкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%, иначе бы он нас не повез. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных. Это называется метеорология. Он решил, видимо, вести собственный учет. Нет, это правильно, следить за погодой, это прогнозирование на основе статистики, это правильно. Только проблема в том, что он же не учитывает глобальное потепление. Ладно, теперь сюда. Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Давай, не надо. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Да не надо было... Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. Да ладно, не кори себя. И остальные деревни в порядке. Да ладно, Лара, не кори себя. Все нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Не кори себя. Ладно, давай займемся делом. Навыки. Развитие навыков охотника улучшает способности Лары, связанные с изучением местности. Ветка воина улучшает боевые, связанные с оружием, навыки. Ветка мародера улучшает навыки изготовления предметов. И скрытности, так, на всякий случай, вот здесь. Потому что на этой памяти я обнаружил, что у меня был выключен микрофон в прошлый раз. Изучение навыков. Выберите навыки, которые хотите изучить из любой синей, красной или зеленой ячейки. Навыки с белым контуром уже приобретены и изучены. Серые ячейки разблокируются, когда... смежные с ними навыки будут приобретены. Некоторые навыки необходимо найти в мире, их нельзя приобрести. Навыки пути. Для сбора навыков пути, полученные в дополнительных гробницах испытаний, нажмите X. Итак, вкратце, вот здесь у нас уже есть навык шаг Гуацина, приглушение шума при прыжке. И, соответственно, я могу приобрести либо этот, либо этот. Когда, скажем, вот есть вот я... Не стану 30, когда в прошлый раз записывал, здесь уже я только обнаружил, когда уже взял парочку себе навыков, которые мне интересны. Мы сейчас все рассмотрим, не переживайте. То, что активно на данный момент. Будем смотреть из того, что имеем. Вот смотрите, есть Зор Орла. Вот я его беру, потому что это поражение артефактов, монолиты, сундуки с сокровищами, карты, архивариусы, иранцы, географы в режиме инстинкта выживания. Эту штуку я беру. Вы знаете, как я из-за этого с ума схожу. Далее, вот я хотел бы, конечно, скорость ревуна. Полезный навык, но я его не стал брать. Вот можно взять власть орла, редкие животные, но толку от этого мне ноль. Я взял зрение и липа, потому что оно мне интересно само по себе. Зрение и липа, чтобы обнаружить область сердца крупного животного, прицелитесь с него и используйте инстинкт выживания. Ранение в сердце наносит животному огромный урон. Нажмите RS, чтобы активировать инстинкт, и держите LT для обнаружения сердечка. Я хотел вот эту штуку. Вот эту, но она не получится, потому что вот здесь и вот здесь закрыто. Это... повышенный шанс вернуть стрелы при обыске врагов с животными. Мне реально вот этот навык интересный, хотел бы его. Гнездо аспида увеличит количество рукотворных ресурсов, добываемых из любых источников. Полезный навык, но пока не трогаю. Избивание удава. В совершении бесшумных убийств Лара автоматически забирает ресурсы у своих врагов. Это, конечно, интересно, но я взял вот это. Бросок змеи. Возможность совершать бесшумные убийства не поднимает тревоги. Вот это мне надо. А здесь уже может быть второго бесшумно. Здесь дыхание крокодила. Улучшение дыхалки.
кровушка аспида, ну, это приманки. Здесь все на отравление, на ослепление. Здесь удержание. Я хотел этот навык себе, конечно, взять. Но я считаю, что сейчас надо тут пока что, как в предыдущих частях, чисто сначала поохотиться, поосвоиться, попривыкнуть ко всему. Мы получим бонусный очечек, я его вкачаю, и тогда все будет нормально. Лисье падение тоже надо будет, конечно, там прокачать. Хорошая штука. Объятие пумы. Повышенная сопротивляемость урона, наносимого противником на короткое время после лечения в бою. Неистовство ягуара. Повышенное сопротивление урону, наносимому противником на короткое время после бесшумного убийства. Ну а здесь чисто прокачка навыков и возможность упускать одновременно стрелы. Тут совиное зрение. Инстинкты выживания длятся дольше после того, как Лара начнет движение. Это, конечно, надо, но пока смысла нет. Очарование ворона. Более выгодная цена торговца. Это я буду пробивать, потому что надо, чтобы сразу все хорошо было. Запасы ворона. Открывает доступ к большим сумкам и подсумкам у торговца. Черт, это я тоже хочу. Я все хочу. Ладно, все и заберем. Пока делать больше нечего, я взял все, что надо. Так. Сразу давайте сделаем здесь сохранение. Чтобы мне потом это по сотню раз не перепроходить. Да, перезаписать. Итак, давайте осмотримся, что, как, с чем едят. Мне как бы... О! Красота, крыса. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его срезать. Рек. Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Капибара! Вы посмотрите, видите эту гигантскую крысу? Обожаю я их. Мне понадобится инструмент. А, это ты не вскроешь, ясно. Ясно, никак. То есть мне надо туда. Я спугнул капибару. Вы вообще молодец. Кто молодец? Я молодец. О, вот. О, сердечко видно. Мне нравится. О. Так, сначала древку заберу. Сначала древку. Сомневаюсь, я тут всю капибару спугаю. Ну, потом, ну, какая-то хиленькая макак бегает. Ну, большая чуть-чуть. Видите, бегает себе. Меня не боится, не дергается. Хорошо. Так. О, извините, что? Ну, какая-то инструкция была, не совсем понял. Походу, я разобрался в этом раньше. Никандра, цветы, растущие в джунглях, используются для снадобья озарения. Это цветочки. Собрать 5 растений в кронах деревьев. Вот здесь есть испытание. То есть мне нужно лазать по деревьям и искать кронушку. Ну, в принципе, интересно, а чего бы и нет-то. Так. Давайте поищем. Зона полностью наша. Привет, капибара. Какая красивая. Ой, давай с тобой сфоткаюсь. Иди сюда. Ну, обидно. О, она сейчас... Нет, она ушла. Привет! Вот. Вот это хороший кадр я дошел. Даже мне даже нравится такой кадр. Я не могу удержаться, я люблю капибара. А кто не любит капибара? Все любят капибара. Так. Яркость.
Насыщенность нет, снизить. Выдержка. Ой, так. О. Ну-ка. Капибару я возьму. Так. Невинная. Недовольная. Изумленная. Злоба. Нет. Прощение. Удивление. Изумление. Озорное. Счастливое. Улыбка. Давай озорное. Вот это хорош. Мне нравится ее озорная рожица. Так, и тело. Вот это я сделаю. Хороший кадр. Так, что у нас тут фоткает? А, вот этот скриншот, по-моему, да? Ну и вот так сделаю заодно. Так, мышку сюда вот эту двину. Так. Потому что я делаю скриншоты всем. О! Вот! Вот это то, что надо. Вот наш победитель. Давайте посмотрим все вариации на всякий случай. Так, ладно, у нас больше победителей, чем я думал. О, да! Капибара! Мы сделали без тебя звезду. Так. Идем на встречу с капибарой. Вот это мне нравится. Скрытность. Коляди. Да и будь проклята планета капибара. Поклон. Черт, я сбил настрой. Я сбил высоту. Так, стоп. Какая вы... Как здесь высоту регулируете? Во. Хищник. Успех. Под хорошим углом взять. Капибара в ужасе. Теперь она в шоке, что человек может стать ламой. Эй, капибара есть? А если найду? Ладно, давайте так вот все сфоткаем отсюда. Хороший прямо. Люблю фоткать, не судите меня за это. Японцы завидуют моей страсти к фотографии. Будь прокляты, капибары! Не знаю, пока какую возьму, но вот эту. Тоже хороший вариант. А я с капибарой шагаю по шизе. Ларихищникус. Ну, это уже видно. Да, меня это устраивает. Так. Я сделал достаточно много фоток. Давайте сначала я осмотрюсь. Привет, капибара. Как жизнь, как здоровье? Она плюется? Так, тут не достает. Рядом гробница испытаний. Исследуйте...
О. Но для этого мне нужен нож, видимо, чтобы ее открыть. У меня нет ножа. Тут есть древко. Тут есть растение. Я, походу, иду в закрытую... Вот, кстати, гробница, вижу ее. Хорошо, что они помещаются. Найден склеп. Исследуйте склеп, чтобы узнать их тайны. Я без снаряжения все равно далеко не уйду. Борьба за власть. Куско принадлежит Эрнандо Писаро, законному представителю испанской короны. Диего де Альмагро схвачен, Родриго Аргоньес убит, а их войско еретиков рассеяно. Мы перешли через горы и появились на побережье недалеко от Куско. Аргоньес встретил нас у Качупампы, неподходящее место для его кавалерии. Его фальконеты внесли смятение в ряды пехоты Гонсала, но на топкой почве опытные кавалеристы лишились своего преимущества. Наши имперские аркебузиры переправились через реку и обрушили на врага шквал огня. Писаро и Аргоньес повели в атаку свою кавалерию. Каждое войско слилось в одну колонну, все кричали и столкнулись на полном скаку. Я никогда такого не видел. В хаосе битвы Аргоньес был ранен. Его стащили с лошади и убили. Говорят, что трусливый Альмагро ускакал с поля боя верхом на осле. Этого и следовало ожидать. Отрывок из дневника Алонсо Луиса. Вывод: не доверяйте парням на ослах. Так, эту я не открою, потому что нет пока снаряжения. Тут уже есть и гробничка, и грибочки. Да чего только нету. Все, заходим. И вот капибара жирная бегает. Привет, капибара. Не переживай, я тебя пока не ем. Я только здесь прогуляться. О, а это мертвая капибара. Причем кем-то сожранная. Это нехорошо. О, стоп, минуточку. Да яйца возьми, Лара. Перо возьми, яйца возьми. Омлет можно сделать. Да ты чего? Нормально, что ли, не можешь? Так. Вот, рядом гробница испытаний. Исследуйте окрестности, чтобы найти вход. А, я могу вот так вот их увидеть, что ли, получается? Точно, она отсюда же видит эту гроб... Она отсюда может видеть эти гробницы. Так. Привет, икон. А вот и гробница. Ладно, я знаю, как теперь сюда попасть, если что. А, я мог и так, что ли? Я думал, тут копать надо. А тут, оказывается... А, это... Все, дошло до меня, наконец. Что да как, с чем едят. Ладно, идемте туда. Заберем вкусняшку. Так, отлично. По-хорошему мне бы к двигателю. Ладно. Аккуратно, помнишь, что было в прошлый раз? Вот это и было. Вот черт. Ну, красота, теперь мне туда плыть, да? Она с ума сошла. Она хочет, чтобы я прыгал в гребаную карстовую воронку.
О, тут еще. Давайте цветочек пособираю. Может быть, прокачаю дыхание крокодила. Впервые начинаю думать, что это было бы правильное приобретение. Еще одна капибара. О! Опыт набирается, красота потихонечку. Привет, капибара, беги. Беги, спасай свою жизнь. Вот тут подъемчик есть. Так. Тут есть какой-то альтернативный проход. Наверное. В начале 19 века такими приборами измеряли угол между астрономическим телом и горизонтом во время навигации по небесным ориентирам. И что вы можете нам дать? Изучите... О. Здесь какая-то надпись. Моему сыну Джеку. Никогда не теряй из виду горизонт. Я не вижу надписи. Да, я, конечно, понизил текстуры, но уж надпись должна была быть. Хорошо, что джойстик вибрирует, когда я могу это крутить. Так. А по задаче сколько-то у меня осталось? Еще 20 точка. И золото у меня уже. У меня золото больше, чем... В реальности, в принципе. Давай, павиан недоделанный. Ага, вижу. Вот еще цветочек вижу. Испытание пройдено. Опыт получен. Почти. Это всего лишь цветочки. Кролики. Я, конечно, всех напугал. Естественно, я всех напугал. А кто еще напугает, кроме как не Вескер? Только Вескер напугает. Но мы в любом случае уже набили потенциально одно очко. Но только одно. Собираем все. Корень индигоферы. Корневая часть растений индигоферы используется для снадобья. Неплохо. Нахожу новые растения. Ну а теперь мне вниз. Ну что, поплаваем? Ой-о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 й
Давай, режь ее! Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Будешь у меня на... Пойдешь у меня на удон! Листья маги, подводный вид, обладающий красными листьями, используется для лечебных снадобий. Вот опыт есть, красота. Ну, хоть, конечно, не надо глубоко плавать, это радует, успокаивает. Так. Тут еще где-то что-то валялось. А, оно на поверхности, вижу. Жесткая посадка, перережьте тросы. Тросы надо резать, я не спорю. Слушай, да они прям паникуют. Че они паникуют?
Я тут чисто плаваю, собираю вкусняшки, ни больше, ни меньше. Так, прежде чем резать тросы, я сначала все соберу. Все, что есть, все собираю. Да капибара, я не к тебе иду вообще. Что за... О, вот мясо я соберу. Тут же можно туп разделать, да? Вот. Тут же было шкуры. Шкуры используйте для улучшения оружия, изготовленного разными методами. Подробности выживания. Ну, это понятное дело. Я не буду пока сейчас ничего резать. Я сначала еще раз оббегу все. Потому что я не знаю, что меня ждет впереди. Я не знаю, что еще может случиться. Поэтому я лучше все сейчас соберу, что могу. Поизучаю, что могу. Поломаю, что могу. А там потихонечку, полигонечку. Ну-ка, а вторая надо ломать? Вторую вроде не надо, но она там тоже что-то держит. Как бы вот этот надо ломать, да? Но сначала я пройдусь по всему периметру. Да, знаю, я прошу гробницу. Спасибо. Тут еще где-то трупак валялся, я помню. Свеженький такой должен быть. Вот он. Иди сюда. О, красота. И жир капибарии. И вкусняшечки. И проходики. Все есть. Все, что нужно для счастья. Я сначала снесу другой ящик. Потому что там тут две лямки. Уж не знаю, что к чему, но поломаю лучше все. А там разберусь. Так, только... Ага, вот. Нет, не сюда. Где-то дерево. Я дерево потерял. Так, я заблудился. Все, тоже. А, нет, все. Вот здесь оно. Вот оно. Так, о. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Так, изготовьте нож в лагере. Красота. Изготовление оружия. Приключения в прокачку навыков мы вам не дадим сейчас. Войдите в меню предмет, чтобы изготовить нож. Самодельный ножичек. Сделанный нож, которым можно перерезать веревки, а также бесшумно устранять врагов. Получено. Красавец. Ну а теперь я могу прокачать навыки? Да, благодарю. Так, давайте посмотрим, что у нас теперь еще доступно. У нас с вами одно очко есть. Это хорошо. Крокодил, глубина нужна. А ложка аспита тоже. Удав. Нужно. Лисий знак. Визуальный при помощи при прицеле в голову врага. Полезная штука, не спорю. Надо бы взять бы, конечно. Она за мной там бегает. Поход. Вот эта капибара явно знает, где ближайший YouTube находится. Она, видимо, знает, кто мы такие. Лисье падение. Вот это, конечно, его не помешало бы. Но скорость ревуна мне больше нужна. Я не знаю, что впереди будет. Тут много... прыжков, тут много дыр разных.
самодельный нож у меня как раз таки есть. Токсины делать я смогу, в принципе, что хорошо. Тут очень много чего полезного. Я не могу поспорить с этим фактом. Реально. Давайте-ка сначала... Да по-хорошему ресурс надо бы увеличить. Но и защита нужна. Визуальная помощь при прицелении в голову врага. Нет, давайте укрепление я возьму. Да. Я возьму защиту. Да, оно ничего не... Доступ направления никакие больше не даст, но мне она нужна, чтобы чисто не упасть. Зная свою рукожопость, это, в принципе, правильный выбор. Достаточно острый. Согласен. Что думаешь, Капибарыч? Капибарыч поддерживает. Но сначала вон тот разломаю. Их все равно что-то держит. Да. А, там еще вторая веревка. Давай вторую поделим. Да, теперь я заберу снаряжение. Одно утонуло. Не упустишь. Так, давай-давай, поднимаемся аккуратненько. Ничего больше нету. Давай, поднимаемся. Но почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием! Мигель, ты где? Черт! Бедный Мигель. Инстинкт выживания. Но прежде чем бежать за Мигелем, давайте сначала поохотимся. Тут очень много капибар бегает. Прекрасно. Отлично. Изготовление бесшумных стрел. Я в нее попал, она не должна убежать. Вроде как, но она убежала. Я вроде в сердце попал. Черт, сбежала. Как не на них адекватно охотиться, вот замучаешься. Так, ладно. Она вот сейчас убежит, нет смысла на нее тратить. И на это тоже нет смысла. А, это лаги. Ну
Я круг сделал. Забавно. Ой, зайцы за мной идут. Чего только за мной не идет? Отлично. Попал в яблочко. В общем, надо при точном прицеливании ломать. Иди сюда, Капибарыч. Так, а как мне заменять стрелы? А у меня древка нету, да? Я не хочу тратить стрелы. Да, знаю, я прошу гробницу. Тут и склеп есть. Предметы. Рекурсивный лук. Улучшение. Для улучшения оружия необходимы определенные элементы, такие как детали, ресурсы, навыки. В меню предметов выберите оружие, затем нажмите X, чтобы перейти на экран улучшения. Выбрав доступное улучшение, удерживайте А, чтобы его сделать. Нож у меня есть. Лук присягнувшегося. Увеличивается сила тяжения тетивы, позволяет наносить больше урона бронированным... Но скорострельность и время удержания слабенькое. Но я могу это улучшить, в принципе. Лук Покахука. Лук Покахука, знаменитого травника, который, как говорят, бывал в других мирах. Получен. Змеиный укус. Уничтожьте врагов огнем шибальбы. Наносит дополнительный урон огнем. Мы знаем эту шибальбу. Бывали там. В другой ларьной жизни. Лук лиса изгнанника. Гибкий лук, сделанный из хитрого дерева. Его тугая тетива выпускает стрелы с большой скоростью, нанося больше урона животным. Серебряный удар. Усиленные бесшумные стрелы могут пробить броню или пронзить несколько небронированных целей одновременно. Дополнительный урон огнем. Рекурсивный лук. Превращает энергию плеч в кинетическую энергию стрелы гораздо эффективнее, чем любые прямые луки. А, это обычные прямые луки, да, получается? У нас рекурсивка. Усиленные бесшумные стрелы могут пробить броню. Или пронзить несколько брони. Урон большой. Покахука. Урон Взять его, что ли? Смотрите, тут как бы показатели-то все остальные хорошие. За исключением разве что лука изгнанника. У него скорострельность и скорость заготовки получше. А в принципе все остальное... Ну, я, наверное, вот это возьму. Хорошая вещь. Так. О. Авантюристка черный. Так, какой на мне сейчас надет? Искательница приключений. Наверное, он и надет на мне, да?
А, это ее старая добрая. Ангел тьмы. Но это мы знаем из какой. Даже слишком хорошо знаем из какой. Tomb Raider 2. Куртка-бомбер. Туника лиса-изгнанника. Броня из шкур, принадлежащая лису-изгнаннику. Первому изгою Пайтити. Ваш опыт и охота не увеличивает время... Нет, не нравится. Я знаю, сейчас что-то визуально приятное. Хотя, скорее всего, ей дам... Брокенский призрак. Тоже из игры. Боевой костюм Синчичику. Как смотрится? Чешуяка. Толстая шкура, прочные кости удваивают защиту от атак в ближнем бою. Камуфляж охотника. Современные ботинки позволяют бежать бесшумно. Растение, озарение, действующие дольше. Длительность озарения. Увеличить длительность эффекта озарения необходим на укоролиды глаз. При глушении звука изготовления при беге, что затрудняет обнаружение лары противником. Слушайте, вот это хорошие... Я думал, можно ее вращать, но она просто повращается. То есть на X нажимаешь, она показывает задницу. Ну, слушайте, ей идет. Ладно, как называется камуфляж охотника? Запомним. Чешуя дракона. Так, это что-то китайское. Угу. Шкура рептилии. Авантюрист классика. Ну, это классическая одежда. Грузовый корыщик всегда отлично сочетались. Не по моим меркам. Большой опыт, бесшумное убийство. Создание дополнительных боеприпасов. Увеличит количество боеприпасов, создаваемых на бегу. Страж полуночи. Крофт фитнес. Слушай, тут реально столько всего. Мне интересно прямо. Сначала фитнес. С семейным гербом. Красиво. Страж полуночи. Ну, это опять индийская хуйня. Так, ну здесь больше ничего интересного нету. Ладно, а тут еще раз давайте глянем. Авантюристка черный. Ну, это классический, опять же, ее... Только для подводных плаваний. Одеяние Паканука. Мне эффекты не интересны, мне интересен визуал. Вот я, наверное, из тех людей, кто предпочитает брать красотой, чем полезностью. Исследовательница. Зеленая твиловая рубашка, оксфорд и бежевые штаны из парусины увеличивают количество добытых природных ресурсов и опыта, полученного при охоте. Получение дополнительных растительных и минеральных ресурсов всех источников увеличит опыт, начисляемый за охоту на животных. А это классика ее. Остальное мы смотреть. Слушай, я вот это возьму. Мне нравится. Вот это хороший вариант. Ей идет. Да и красиво смотрится. У меня похоже есть. Так, ладно. Теперь давайте посмотрим, что по снаряжению. Веревка. Трос. А стрелы мне как делать? Последний недоступно. Ну ладно. Давайте поохотимся. А сколько сейчас уже? Надо уже заканчивать. Ладно, давайте еще одну найдем, заразу. Я хочу опыт добить и кое-что получить. О, вижу. Изготовление бесшумных РТ-шек. О, привет.
вижу. Иди к папочке. Отлично. Главное находить хорошую дистанцию. Кролик бы тоже не помешал бы. Я пока включил, потому что нет смысла выключать сейчас вебку. Так. Иди. Так, надо осмотреться. Может, что еще найду интересно? Так, а вот это я разобрал? О. Нет, эту заразу я еще не разбирал. Иди сюда. Гробницы и склеп мы возьмем в следующий раз. Как раз будет здорово. Вот они все здесь. Так. Они идут правильно. Ой-о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 й. Иди сюда. Жердячки туда ушли. Кролик бы тоже не помешал бы. Есть, это кролик был. Надо брать все. Берем все понемногу. Чем больше мы соберем, тем лучше. Неплохо. Это опыт, ребят, это надо. Я не пос... Вот этот вот костюм ей идет. И еду можно добыть хорошую. И в засаде посидеть. Так, давай наверх. Так, вот тут что-то есть. Давай, забирай все. Дерева много не бывает. Вот я всю зону зачистил. О! Капибарыч. Они даже не знают, что это было. Бары даже не знают, что их прибило. Я бесшумный воин, так сказать, своеобразный. У него и нахуй. Но забавно будет найти хоть раз здесь какого-нибудь ягуара. Я, походу, сейчас всю популяцию капибар уничтожил. Это, конечно, не точно, но вполне возможно, что такое. Так, ну, на этих нет смысла тратиться.
Пусть запас будет побольше. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Гробница испытаний, гробница испытаний. Дайте мне еще капибар, штук 50. Или что, больше не будет капибар? Это так, это обидно. Я, походу, всех перебил, наверное, в округе. Кролики, вы, конечно, милашки, но вы мне не нужны. Мне нужно жирное мясо, большое. Оно возвращается сюда. Ладно, пусть возвращается. Что ж, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний эпизод. Он вышел у нас довольно длинный. Ставим лайки, пишем комментарии. Обязательно больше 4 слов, ребят, пожалуйста. Потому что это позволяет продвигать видео на Ютубе. Хоть Ютуб, как говорится, всех послал куда подальше, выполняя распоряжение шизиков. Мы все знаем ситуацию. Поэтому давайте-ка мы с вами поможем хотя бы Ютубу нас уметить, чтобы нас становилось больше. Чем нас больше, тем веселее. Ну и, конечно же, ребят, спасибо всем, кто сегодня с нами был. Всем до скорой встречи. И увидимся с вами уже в следующем эпизоде, в следующих приключениях. А, и вопрос всем. Как вам новая униформа, Лары? Мне нравится. А тебе? Удачи.